Герман, а что мы будем сегодня делать? Тебя кикать. Что за херню ты нахер творишь? Вы знаете, ребята, столько всего происходит в последнее время в нашем футбольном-фифа комьюнити, что я решил сделать отдельный видос, посвященный темам, о которых я хотел бы с вами поговорить. Что-то подобное у меня уже выходило на канале, рубрика называлась FIFA News, возможно, и этот ролик будет также называться, не знаю, посмотрим. В любом случае, если вам будет интересен этот формат по лайкам и комментариям, то я обязательно сделаю продолжение. Ну и, собственно, новости, которые мы сегодня обсудим вместе с вами. Хочу вам кал 2. Почему два хороших друга кикнули Дениса, а два каких-то нонейма по методу рандома проходят дальше. Также вместе с вами хотелось бы обсудить ремастер 7-летней давности от режиссера Акула Бисикенова. Команда года, prediction от PandaFX, и сколько же я солью на эту самую команду года. Сегодня вместе с вами узнаем. Ну и конечно же этого выпуска не было, если бы не мои спонсоры из компании OneX. Сегодня в ВПЛ-очке будет очередная заруба. Лестер будет играть против Челси. Интересный матч, скажете вы? А я знаю, как сделать его еще интереснее. Сделать ставочку на этом самом сайте OneX. Ссылочка будет в закрепленном комментарии, или же просто перейдите по моему QR-коду. Ну а если вдруг вы хотите собрать крутой состав и вам не хватает монет, PandaCoin к вашим услугам. Ссылка будет в описании. Мы ждали, вы просили, и вот... Да, ребята, мы все хотели, мы все ждали, и вот мы дождались. Второй сезон «Хочу вам кал 2». Спускаемся в комментарии и видим, что, блять, все не так хорошо, как хотелось бы на первый взгляд, да? Я думаю, что вы все помните, как начинал Герман Эль Классика свою карьеру на YouTube. Да, это был очень сложный и тернистый путь для него. И именно Денчик помогал ему в этих самых начинаниях. Я уже об этом говорил и в Инстаграме, и на Ютубе, и еще раз повторю. Не по-пацански поступать так с человеком, с которым ты плыл в одной лодке на этой большой платформе под названием YouTube. Вы же, блядь, были лучшими друзьями. Ну, собственно, названия видосов как бы говорят об этом. И как, блядь, нахуй совесть вообще позволяет так поступать с Денчиком, я не понимаю. Мне очень хочется исчезнуть отсюда, я вам клянусь. Я еще раз утверждаюсь в том, что на Ютубе нет друзей, блядь. Это не та платформа, где ты можешь, блядь, с человеком дружить, обниматься и не бояться того, что он воткнет тебе нож в спину. Меня серьезно трясет всего! Блядь, ну вы посмотрите на Денчика. Даже если убрать, блядь, это грустное музыкальное сопровождение, по его глазам все видно. Мне нечего сказать. Я думал... Ему действительно нечего сказать, а что ты тут скажешь? И это все на фоне того, что тот же самый высокий футбол, блядь, прошел без всяких отборов. Высокий футбол у меня в команде. Да, блядь, его там задержали, он там в тюряге отсидел, не знаю, насколько правдива эта история. Но так или иначе, блядь, чувака просто пропустили, блядь, скипнув первый этап, только потому, что это высокий футбол. Ну и фаталити. Стоят два чувака, блядь, и Фидос такой, блядь, ну не знаю, ты ни рыба, ни мясо, блядь, а хуй знает кого брать, давай, блядь, нахуй решит рандом. Охуительно, вы чё, блядь, алё? Чё это за цирк, блядь? Рандом решает, кто пройдет дальше, только потому, что два чувака, блядь, никак себя не проявили. Тот же самый Денчик, как мне кажется, намного пиздачей выглядел на фоне этих двух челов, блядь. Опять же, я уже об этом говорил, но, как мне кажется, это какой-то, типа, сюжетный ход, так скажем. Мы сейчас его не взяли, такая драма, грустная музыка, блядь. Но в конце, все-таки, Денчика возьмут без всяких отборов. Как мне кажется, он заслужил участвовать в последнем сезоне Амкала. Он сейчас в качалку ходит, ногу лечит. Блять, и вот так вот поступать с чуваком, блять, на начальном этапе. Ну, это срань какая-то. Да, возможно, кто-то скажет, что он там плохо играет в футбол. И я плохо играю в футбол. И Райзен играет в футбол. Охуеть. Акул тоже играет плохо в футбол. Но Акул и Райзен прошли. Ну да, ну да. Пошел я нахер. Ну и хотелось бы зафиналить свою мысль такой цитатой. Как бы высоко ты ни взлетал, не забывай, с кем ты ползал. Она напрямую относится к Герману. И как бы уфно это ни звучало, как мне кажется, она тут очень в тему. Герман в прошлом хороший-лучший друг Денчика. Променял его на какого-то там чела, который чуть лучше бьет по мячу. Фидосу вопросов нет, понятно, он и бантяй по жизни. Блять, ну Сибач, вы с ним под одним брендом, вы вместе с ним бухаете в одних барах, тусите постоянно, улыбаетесь друг другу. А что на деле? На деле вы показали всю свою сущность, просто взяв и унизив Денчика. Блять, ну посмотрите в его глаза, ему реально было больно. Что вы наделали, блять? Ну реально, у меня просто не хватает злости. Да, возможно, я как-то не трендовым мыслю, и во мне преобладают человеческие качества. Сори, но я такой человек. Вы меня не знаете, а возможно, кто-то меня знает. Но так или иначе, отбирать людей, блять, по скидке
скиллу, блядь, по какому-то там, блядь, нахуй стилю бега. Вау, вы посмотрите, тот чувак, блядь, ударил в полете пяткой. Ну охуеть теперь. Ну охуеть теперь. И что? И что дальше, блядь? Люди, будьте людьми. Это очень тупо, что я обращаюсь к людям, говоря о том, чтобы они были людьми. Блядь, животные более человечные, чем вы в данной ситуации, блядь. Блядь, Денчик, надеюсь, у тебя все будет хорошо. Так, мне кажется, я слишком серьезно начал воспринимать эту ситуацию. Также, друзья, не забывайте про мой классный промокод Пандос. Он поможет вам на старте. Ладно, ребята, с Денчиком покончили. В комментариях к вашим услугам можете высказать свое мнение, если не согласны со мной. И давайте поговорим про остальных участников «Хочу вам кал». Димка фаворит. Я не знаю, насколько сильно он прокачался там в футбольном плане, но морально он какой-то пошатанный. Какой-то он неуверенный в себе, что ли, потерянный такой. Не понимаю, что с ним не так. Димка, футбольные качества — это, конечно, хорошо, но морально тебе тоже нужно подкачаться, поэтому намотай себе это на ус. Непонятно, что за типы, которые приходят и типа говорят: блять, а я не знаю, что это за проект там кал, а кто такой Нечай, блять? Этот пришел, хочет выгнать Финита. Вы че, ебанулись, что ли? Я за Финита не часто следил, думаю, что либо Финита, либо Саня. Вы хотите выгнать самого лучшего защитника, блять, из Амкала? Что это за хуйня? Что это за люди, бля? Вы че, алло? Седьмой я! Акул! Криштиану Рональду! Криштиану Рональду я бы взял в Амкал, ребята. Да, пенки пока не забивает, но, как вы знаете, и настоящий Роналду тоже мазал. Поэтому, в принципе, ничего страшного в этом нет. Вот этот тип неплохо бы смотрелся в паре с каким-нибудь чужим. Вы прикиньте, да, чужой такой, бежит с двух ног, и этот с двух рук, блядь. Выпить там какой-нибудь мочи. Если это надо для контента, я сделаю. Блядь, левый защитник, который готов выпить мочу ради контента. Мне кажется, такие люди нужны в Амкале. Высокий футбол, хуй пойми, блядь. То он хочет в Амкал, то не хочет в Амкал. То у него рамсы с этим, то с тем, то он с Германом там рамсил. Короче, непонятная история, но напоминаю, что он прошел во второй этап. Ну и, собственно, мой самый главный фаворит в данном шоу, и это не фаворит, это Райзен ХХ. Я даже не буду объяснять, почему, вы и так все знаете. Это чувак, который своей харизмой сможет вытаскивать даже самые скучные матчи Амкала. Даже если он не будет играть в основе, как минимум, его реакция будет стоить того, чтобы позвать его в данное шоу. Ну а про остальных участников пока что мне ничего сказать. Выйдет вторая часть, возможно, сделаю, опять же, какую-нибудь нарезку про то, что я увидел в данном видеоролике. А мы, собственно, едем дальше. Ну и следующая новость, про которую мне хотелось бы поговорить, это ремейки и ремастеры. Как вы знаете, они в последнее время у нас в тренде, и, собственно, Акылбек Бисикенов решил переснять свой шедевр 7-летней давности. Ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Акул покушал суши. Внимание, 752 тысячи просмотров. Акул и фаворит покушали суши. 41 тысяча просмотров. На самом деле, вот эта вот ситуация мне напоминает ремейк «Короля Льва». Был классный мультик, который все любили, который все обожали. Даже если зайти в комментарии, вы можете увидеть, насколько люди восхищались данным творчеством. Очень вкусно. И тут выходит ремейк. Вроде как все то же самое, но уже вместо Mountain Dew кола, вместо, собственно, непосредственно соло участия, почему-то тут приплетается фаворит, как мне кажется, он немного лишний в данной картине. Ну, посмотрите на него, он опять какой-то потерянный, и он чувствует явно себя не в своей тарелке. Да ладно, серьезно? Я тебя забайтил, получается. Да, ребята, картинка стала вроде как и лучше, но тут нет души. Когда ты 7 лет назад смотрел это видео, ты видел то, что ему нравится, то, что он делает. Просто вообще класс. Посмотрите, с каким восхищением он ест эти суши. А сейчас поел такой, ну и поебать вообще. Ну и, кстати, я заметил, что на просторах Ютуба это довольно-таки популярное зрелище. Вы посмотрите, блядь, 2,5 миллиона просмотров. Вот, у чувака 2 ляма практически просмотров. Кстати, вы чем-то похожи. Ну и давайте зафиналим, ребята. Ремастеры — это говно. Раньше было лучше. Фаворит не в тему. Ну и, в принципе, видно, что у видоса нет души. Ставлю 3 из 10. Все-таки режиссерский дебют Акылбека Бисикенова стал его пиком карьеры в кулинарном блогинге. Увы. Новость из киберспорта. Пиздюк из Дании практически проиграл свой матч в Weekend League. Но он на этот раз затащил по пенкам и начал кричать, визжать, показывать факи, шики. Короче, блядь, какой-то ебанутый парень, токсик, блядь. Надеюсь, он скоро проебет, заебал уже нахуй. 420 побед. Ты что такое, блядь? We fucking make it! Where are you? Where are you? Также, не отходя от новостей киберспорта, Ёжик сделал 30-0 в Weekend League, а Кефир не сделал 30-0 в Weekend League. А я вообще не играю в Weekend League, сосите хуй. Ну и финальная тема, про которую мне хотелось бы поговорить. Это команда года, 22 числа она выходит. Я уже начинаю копить денежки, в общем-то, вот это мои
сбережением, которое я потрачу на команду года. Ну и, собственно, ребята, давайте же попробуем сейчас сделать с вами предикшн и понять, какой у нас будет команда года. Итак, на воротах, естественно, будет Хардеки. Вы сами видели, как он играл в Кубке Фиферов. Ебать! Хардеки! Левый защитник, ребята, это Тео Эрнандес. Спросите, почему? Да потому что он красивый. Первый центральный защитник, это, естественно, Матс Хумельс, потому что это тот футболист, который всегда мечтал увидеть пейс свой на карточке выше 70. Правый центральный защитник, это Ачерби. Почему Ачерби? Потому что я люблю итальянцев. Как вы знаете, итальянцы любят меня тоже, поэтому здесь получается взаимная любовь. Правый защитник, Трент Александр-Арнольд. Почему он? Да потому что он охуенно вешает. А кто охуенно вешает, тому респект. Первый центральный полузащитник, Ренату Санчеш. Вот тут на самом деле очень объективно. Просто я хочу его видеть карточку FIFA в качестве Тоти-версии. Второй центральный полузащитник, Алехандро Гомес. Это мой подарочек Супер Стасу. Ну и третьим центральным полузащитником будет Мирино. Потому что его никто нихуя не знает, а тут хотя бы узнают. Как бы. На позиции форварда, ребята, у нас будет стоять Бен Йедер. Мне даже ничего объяснять не надо. Вы и так знаете, что это будет лучшая карточка FIFA. В команде года обязательно должен быть чувак, который похож на Германа Эль Классик. Естественно, это будет Крамарич. Ну и вы знаете, последний игрок, по идее, должен быть Криштиану Роналду, но я решил пойти против тренда и возьму Андре Силва. Ну, типа, чтоб троллить игроков, понимаете, типа форвард, португалец, а там Андре Силва. Ну а пока, что мне остается? Закинуть бабки на FIFA поинты и ждать команды года. Ну и в общем-то, ребята, вот такой вот видосик у меня получился. Поговорил я на различные темы, которые меня интересовали за последнюю недельку. Если вам понравился данный формат, дайте мне знать вашими лукасами. Если будет много лукасов, то продолжение не заставит себя долго ждать. Да, я всегда так говорю, но на этот раз точно. Да вы просто мало лукасов ставите. Если вот хотя бы, блядь, 30 тысяч лайков было, тогда вот я железно-бетонно продолжал бы данную тему. Все, ребята, Пандос на связи. Комментарии к вашим услугам и всем хорошего настроения.